Что ж, мы продолжаем проходить Rocket Knight Adventure. Боже, продолжаем какой кошмар. Продолжать. Это что, не да. конец? Вот ты проходишь, когда первый раз играешь, да, ты его осиливаешь, этого босса, и думаешь, это был финальный босс. Нет. Мы убили крупного свина королевского. Что? Что это было? Я первый раз это вижу. Это анимация ожидания была. Это потому что... Он перегрелся! Он перегрелся, воу, я первый раз эту анимацию вижу, я столько времени за эту игру, я первый раз эту анимацию вижу. А, я его видел, потому что в Рунете эту игру искал. А, кстати, заметь, это все еще продолжение того же уровня, потому что у меня 2,5 сердечка после босса осталось. А эти свиньи будут оживать, и я не знаю, как я буду с ними сражаться. Давай по новой. Так, у него... У этих свинов определенная траектория движения есть, но она не одинаковая, не постоянная. Я не знаю, кого у меня эти свиньи кого-то напоминают. Не знаю кого. Но не Соника. Киборги какие-то. Терминаторы, блин. Я уже привык, что если... Метал Соника! Мне кого-то напоминает, то... Метал Соник! Соник, понятно. Метал Соника напоминает. Так, где он? Будем аккуратно проходить. У меня мало континиумов и мало жизней. Мне только и сейчас вот на голову ты пришло. Куда ты хп-ка полная? Куда ты? Давай туда смывайся! Все. Что это было? А вот комната, кстати, про которую я говорила, что типа я не вижу комнаты. Она после все-таки оказалась. Mm-hmm. Вот она, эта комната. Уменьшенная древета. Блин. Да. Lost Viking! Ай! Так. Ничего. Там еще жизнь, да? Там наверху еще одна жизнь. Еще одна подачка перед финальным боссом, ребятки. Перед финальным. Неправильно ты делаешь. Так, надо я сохранился. Сначала на уступ. Да. Ты да, прав. Слева на уступ. Да куда ты? Да нет, я понимаю. Все правильно делаю. Нет! До сих пор рос его анимации падения. Ну а что ты хотел? Да чуть-чуть, ну. Да, на крестовине, правда, неудобно играть, если честно. Я всегда на геймпаде на стике играю всего. Все играют его на телефонах пальчиками. Да, это извращение, как я считаю. На стике? Серьезно? Не, извращение на телефоне играть. На стике еще нормально. Как вы вот этими вот, вот там по сенсорному экрану там что-то делаете своими пальцами, я не знаю, для меня вот, если нет отзывчивости от кнопки, типа я не могу кнопку пощупать, то мне вообще дико неудобно. Не знаю, я вообще мобильные игры играть не люблю из-за этого. Ну, я им на эмуляторе, разумеется, обожаю, а на телефонах я практически ни во что не играю. Дайте водички. О, сейчас финальный будет, да? Подожди. Да, вот, сейчас финальный босс. Это финальный босс. Смотрите, у него на паузе. Да, конечно. Ну что, давайте лучше сосредоточимся вот на этом, потому что он будет сложный. Я не уверена, что я помню, как его бить. Но я помню, что била я его в первую... Ну, когда я играла, я била его очень долго, и это было супер потно. Всем привет, дамы и господа. Сегодня мы на канале Один Санон будем проходить финального босса. Это будет очень сложно, но мы попытаемся. С вами, как всегда, ваш телеведущий Визард и Мроучик. А дальше уже зависит от Динса. Ты теперь себя за Визарда будешь выдавать? Ну что, будем я начинать? Мороучик. Так, ладно, давайте сосредоточимся и начнем уже проходить этого чудесного босса, так как это будет нарезочка. Имейте в виду, смотрите. И гравитация. Роды будут помнить. Верно, здесь гравитация. Так, лайкайте. Начинается! Стоп, начинается. Так, вот, жесть. Вот это начинает прыгать, эта фигня. И мне нужно, короче, туда попасть. Некоторое время я сейчас буду приучаться. На самом деле здесь не надо заводить ракету, здесь надо просто прыгать. Я не понял, это сейчас свин или кто это вообще? Кто это? Это даже не свин, это какой-то виртуальный свин, я не знаю, у которого даже тела нет. Короче, видишь, вы посмотрите, какой глубокий лор у этой игры. Здесь не просто свиньи какие-то, армия свиней там напала, а тут за этим всем стоят киборги. Не просто свиньи, а какие-то киборги-свины. Роботы, короче. Финальный босс оказался киборгом. Да что ты делаешь, блин? Что ты сосиску прячешь мне? Разве так можно? Погоди, по этой сосиске надо ударить или что? Да, по ней надо бить, поверь, ему больно. Так, новая стадия. Новая бедный стадия. Барольчик, мне его жаль, лучше Визард. Подожди, кто это? Что делать надо? Подождите. Сосиска где? Либо просто вернуться, либо... Ай! Оу! Ай!
Ай! Ай! Давай вместе! Ай! Да, так, где сосиска? Давайте синхронный ай. Раз, два, три. Ай! Ай! Вы просто почувствовали, что кто... Запоздалый ай! Да подождите, я все еще уставшая как бы. Ай! 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 Ай-яй-яй! Ай! Ай-яй-яй-яй! Что? У него... Так, тут быстрее надо. У него вылезло. Вылезло, у него вылезло. Да. Ай, все-таки заденет. То есть так, он делает он делает атаку, и потом у него выскакивает. Ну, ай. Да. Прям просто ай. Видишь, там стоять нельзя, как бы, не присесть, ничего, и прыгнуть тоже больно. Далеко. Вот здесь я в угол я зажалась. Ай, больно. Ай, я не могу играть, я не могу. Паркур. Ай, вот, слышали, это... тихо, музыка изменилась. Да я не слышу музыку твою. Он разозлился. Он разозлился. Дамаг наносит только кольца, да? Да. Сама только сейчас это заметила. Кольца наносят дамаг. Все Соника Фаги сейчас схватились. Кольца дамаг наносят. Прикиньте, был бы хак, где кольца наносят дамаг, а так как кольца по всему уровню. Да, я хочу в это поиграть. Я даже знаю, что он есть. Просто прикиньте, по всему уровню эти странные кольца. Так. Так! Погоди. Red Ring, по-моему, называется это. А, нет, все. Я подумал, вот эта телепортация, вот этот бах, вот этим, как лазером, я подумал, он урон наносит. Ай! Господи. И этого босса, вот этого первого стадия, желательно без урона пройти. Если я получил урон, то у меня шансы сильно снижаются. Мне подождите, нравится его зря. Физиономия, когда ты его бьешь. А, грустненький смайлик, да? Угу. Такой, здесь он такой злорадствует. Ай. Так, колечки, да, сейчас? Минус мизинец. На эмоциях весь там уже, да? Да. Вот, кстати, Рэд Кольца. Где он? Еще не скоро. Что делать будет? Лузер. А вот теперь бей. Было. То есть... То есть ты его стадию пережила, и потом он начинает это... Дает возможности на удар. Ага. Так. Он типа показывает, что он будет делать потом. Уже спрятал. И вот куда уворачиваться? Дай сюда. Дай куснуть. Куснуть. Я ж перекорюжила. Не успею. Так, здесь, вот да? Вот здесь как раз появится, да. Он, получается, ее просто меняет местами. Да. Но так как он высоко, я не особо вижу. Так, поехали. Ну, с кольцем вроде не сложно, да? Он, не, смотри, он в какую сторону атакует, в противоположной появляется это... Питка. Ага. Но вот здесь уже я не знаю, я мало видел. Подождите. Ёп, паттерн атак. На. Боксёр. Да блин, кольца, я прям на кольца попала. Как его бить здесь? Это самая легкая фаза его, у меня уже просто терпения не хватает ждать, пока он там... Мне кажется, для тебя вот эта третья фаза гораздо легче, чем первая. Да мне на первую уже терпения не хватает, потому что он какой-то весь попало двигается там. А здесь главное случайно не собрать это. Как бы понятно как, но у меня не получается. В углах лучше не стоять, короче, когда это. Пол сердечка. Классно, мы дошли до этой стадии, и у меня пол сердечка. Вообще кайф. Вот сейчас вот однозначно пройду. Этого босса. Где он? Все, колечки собрал, сдох. Подожди, если мне не удается его ударить, то я однозначно урон получаю. А если у него это шишка с другой стороны, то мне его некуда ударять, и все, я урон однозначно получаю. Мне увернуться некуда. Все, Динса бомбит. Это, мне жарко уже просто. Ай, в углу! Куда? Ага, удобно. Всегда бы так. Поехали. Первый раз его ударить легко, вот здесь, когда кольца начинается. А второй... Да, тут, по идее, вот что тут делать-то, как бы, да? Просто нужно дождаться, пока он на экране появится, и тогда уже прыгать. А не как я. Ну да. Новая стадия. А.
Нет! Быстрей! Он будет сейчас это... Короче, прятать ее, я просто подойду, а он тут же ее убирает, я это помню. Блин, что вообще, что делать тут? Да ё-моё, я помню, когда я его убила, я его просто спамила там чем могла и случайно его как-то убила. Блин, у меня просто минус, я уже кашу, я уже половину жизни потеряла на первой стадии. Можно просто сливаться. Я понимаю, конечно, что у тебя рефлекс собирает кольца, но это не та игра. Ах, да. Давайте сосредоточимся и попытаемся. Я уже очень устала, реально, поэтому у меня просто... Я вижу и понимаю, как его убить, но я тупо уже не могу. У меня уже сил нет на это. Ай, в углу! Не попал вот в него, и все, урон, блин, в углу. Нужен он мне. Хоть и полсердечка, но босс-то долгий. Подождать, пока он появится, потом прыгать. Да, напомню это. Запалом. Как говорил учитель. Вот эту стадию вообще без урона пройти, это легко как бы. По сравнению с предыдущими стадиями. По сравнению с самой первой стадией. Давай ты уже удар получишь. О, так его стоя можно ударить. Это существенно облегчит мне процесс, только если... Давай же, ну блин, ударь его, ну... Ну... Меняет... Когда я уворачиваюсь. Да как? Он вот сейчас он меня просто сожрет. Он меня сожрет. А, меня стрим. Еще раз! Не могу, он меня сожрал, просто потому что эти кольца летают. Я не знаю, что мне, блин, с этим делать. А, господи, почему он такой сложный, а? Ай, запуталась. Все, я вот на этой стадии теперь всю жизнь потеряла. Если на первой стадии было неплохо, то на второй стадии все на всю жизнь теряю. Ну, здесь ты сейчас главное, вообще без проблем. Почему не вверху была шишка, а сбоку? Она вверху должна быть, тогда я его легко ударю. Да вы издеваетесь, блин. Что? Этот босс похож на коронавирус. А, давайте так серию назовем. Этот босс похож на коронавирус, такой же непобедимый. Так, давай спокойно, все, спокойно, два сердечка осталось. И вот посередине нельзя стоять. Чем он меня сейчас вот задел? Духовной силы. Попала. Видите, здесь, по-моему, слепая зона у него, мне кажется. Нет, ни хрена она не слепая. Ни хрена она не слепая, эта зона. Винца уже стала пенсионером, все еще босса добивает. Да, господи, человек босс. Переехал на Марс, Динца еще проходит босса. Так. Так, не то сделала. Так. Они проявили самые сложные, чем современные. Ну да, сейчас да большинство, блин, современных игр спускается в казуальное дно. Казуально кеке. Как ударить? Еще сколько раз его? Все или не все? Подожди. Так. Человечество там на Марсе привет передаю и... Это тоже президент лица проходит босса. Так, сейчас, если правильно, то сейчас будет еще один боссик. Это же японская версия. Вот мы смываемся, короче, в телегу. Телега, давай, давай. У него губы там. Он такой миленький. И вот в американской версии здесь концовка. Что? Подождите, что? Это не может быть конец. А возможно, в большинстве игр делается именно как... Если сложность средняя или какая-то другая, у тебя концовка и проходит быстро. Ну, типа вот эта концовка и есть. Нет, нет, а нет, если нет, сложность смотри. Повышенная... Босс есть. Я понимаю, я знаю тоже много примеров таких игр, в которых зависит от сложности. Например, Golden Axe, одна из моих любимых игр. Но да, здесь есть босс! Он здесь есть, вот он! Никак, его тут пережить надо просто. И я не знаю, как это делать. Я не знаю, как его переживать здесь. Но вот здесь вот поняла, да? Ну, здесь видно. Колечко. Ай. А вот здесь он начинает на меня. Да вот хлестнул все-таки. И сколько времени мне это... Вот смотри! Ты посмотри, насколько нас обманывает и кликбейтит эта игра. Ты пробеждаешь этого страшного босса с этой страшной музыкой. Ты идешь, выход и музыка. Ты-ты-ты-ты! Такая, да?
Это была последняя жизнь. И смотри, уже музыка такая победная. Вот сейчас это F8, да, загрузка. И все, ты расслабляешь, геймпад кладешь на стол, короче, руки тоже кладешь, там все. Все, ты победил. И тут какой-то босс опять. Ай! Колечки тут, по-моему, самонаводящиеся, потом он бьет так, потом он хлещет руками, я не знаю, как от этого увернуться. Когда он зависает, ну, смотри, когда он зависает, сначала в одну сторону. Ну, имею в виду. Да, я буду. Кольца. Нет, подожди. Нет, он кольца бросает, когда ты видишь, он уже закончил с кольцами. Ты. Ну, он зависает на месте. Сразу в другой конец угла карты, ладно, экрана просто висит. Да, получилось. Полностью увернулась. Заканчивай это со своими кольцами. Ай, зря я тут встаю. Ну, это неудачная попытка, я думаю. Вот, смотри, уже к стратосфере мы приближаемся. По красивому уровень. Озоновый слой прорываете. Ну да. И уже все горит начинает. А, я могу вверх еще. Так, надеюсь, ты там сгоришь. Ой, смотри, он монитор уже просто без ничего, уже трубы торчать, уже морда одна вставать. Это все еще он. Этот босс. Да. Вот это истинная японская концовка. Вот этого босса вырезали из америкашки. Вот это вот она, японская хрень. Мне кажется, они его оставили, только оставили на уровне сложности хард. Типа, ну, если будешь проходить на харде, то тогда этот босс будет. Не знаю, можно попробовать, конечно, потестить это. Ну, просто... Ну ты видела, как на харде играется. С одной тычки убивается все. Ну мы же сильные. Смотри, он принцессу откуда он взял? Где он ее взял, эту принцессу? Не было. Он такой, о господи. А на какой раз она человек? Посмотри, лицо вообще не похоже, но у нее хвост там есть. А он пошел. Неужели он этот воздержанный, ему не нужна баба, и он просто ушел и улетел, как Супермен просто. Сцена напоминает из Карлсона. Он улетел, но обещал вернуться. Обещал вернуться во второй части, да. Он там с каким-то сокровищем. Его зафрендзонили. Ой, посмотрите, какой классный. Вот этого, по-моему, вот в американской версии такой концовки вообще нету. Все, титры. Мы прошли это. Если расслабиться и не вглядываться, то будет казаться, что у него три рта. У него усики. А вообще, посмотрите, персонаж какой прикольный, какой он симпатичный на вид. С усиками такой весь прикольный. Во время игры все вот эти спрайты его ушками шевелят. Мне всячески нравится, короче, он. Кстати, мне одному кажется, что это один в один пародия на Соника. Господи, фейспалм. Ну что, ребяточки, мы будем пробовать хардмод когда-нибудь в этой игре? Ведь я такая вся сильная, вся такая из себя. С сохранением буду каждый уровень проходить. Ну что, мы закончили Rocket Knight Adventure. Я чуть не сохранила сейчас перепугу.